Когда волк встретил моего деда в далеком селе, село находилось вдоль реки с одной стороны, а вокруг были поля, бескрайние поля, лесополосы и поля, и волки там ходили. И вот зимой дедушке нужно было переходить через реку на другую сторону. Там на другой стороне реки жили родственники. И вот по какой-то причине ему нужно было туда идти ночью, 12 ночи, что-то просить. То ли кто-то из дочек заболел и нужно было лекарство. В общем, точно я не знаю. И он взял лампу керосиновую и пошел через греблю. Гребля – это низина, такой мостик из дерева, по которому нужно было идти. Хотя никакого там мостика нету, насыпь и, в общем, по насыпи. Какие-то доски, может быть, через речку там в узком месте лежали. И, в общем, зима, понятно, что все замерзшее, река замерзшая. И он шел, и вот, не доходя до реки, он идет, ночь темнейшая, но снег. И лампа-то далеко не светит, безлунная ночь, безлунная, это темно. И видно только очертания какие-то, ни хат, ничего не видно на другой стороне, потому что все, света нету, лучинки горят там или что, ну, в общем, ничего не видно. И вот он с лампой это идет, и навстречу, и стоит на дороге, прямо стоит волк, глаза светятся. И вот дедушка идет, остановился и смотрит. Волк на него смотрит. Причем расстояние небольшое, потому что видимость очень плохая. Лампа керосиновая, она светит только под ноги. Вот. Больше свет не распространяется. Это очень такой слабый источник света. И вот он, волк, появляется. Сначала глаза появились. Он сначала подумал, что что-то ему кажется. А когда стал подходить ближе, вот буквально в 3 метрах, он уже увидел волка. Волк стоял неподвижно и смотрел на него. А ему нужно было идти, и он тоже остановился и стоял на него, и молча смотрел. И волк изучал его, и дедушка стоял и думал, что же ему делать. У него ни оружия, ничего не было. Там какие мысли у него были, неизвестно в то время. Но ему нужно было идти на ту сторону. Волк стоял неподвижно. И дедушка набрался смелости и стал двигаться, немножко сторонясь его, между волком и собой у него была лампа керосиновая, горела. И он так потихоньку двигался, выставляя лампу вперед. И так вот он и прошел мимо него потихоньку, маленькими шажками, и прошел. И волк стоял, как вкопанный, не напал, он изучал его. И вот интересно по этому поводу, что я думаю. Волк пришел в деревню, голодный, понятно, но он, видимо, пришел, может быть, там по своим... Может, курятник где-то залезть, подрыть, может, еще что-то за добычей. Но когда он увидел человека с огнем, а волки боятся огня, но это не то, что костер. Костер они боятся. Но здесь маленькое пламя, маленький фитилек, который кое-как светит. Но даже этот фитиль световой его поразил своим видом, может быть. И вот я думаю, что он испытывал, волк. Он, во-первых, у него очень сильный, у волков очень сильный нюх. И он, скорее всего, был
обезоружен тем, что очень большой спектр запахов появился с появлением человека. Это табак, прежде всего, это керосин, который был в керосинке. Это куча спектров различных запахов, то, что съел человек на ужин. Он все это понимал, волк стоял, изучал, нюхал, и он понимал, и он, у него картины в голове рождались такие, что человек ел, что это за запахи, это все новое для него, все запахи новые. Хотя он слышал керосиновый запах, слышал, когда подходил, может быть, к каким-то сараям, там очень стойкий запах керосина, он это все знал. Но некоторые запахи он просто не знал в своей жизни, и поэтому он смотрел, изучал, нюхал, и эти картины у него рисовались, и он почему не стал нападать, потому что он был поражен спектром этих всех запахов. Запах дома, запах уюта, запах еще какой-то пищи, борща, курочки, котлет. Что там было на ужин, что кушал дедушка. И, в общем, он его не тронул. Во-первых, не было запаха железа, не было лязга железа, если этот волк уже матерый был, если он уже стреляный. Когда затвор затвор щелкает, он должен это все был знать. Эти запахи, ну не запахи, а звуки. Но человек был безоружный, и направив между собой и волком керосинку, лампу, он потихоньку, человек прошел мимо него, и волк его не тронул. И у дедушки не было никакой агрессии, страха не было такого, чтобы мог волк позволить, этот страх позволил бы волку напасть. Потому что, когда человек в жутком страхе, у него тоже вырабатываются определенный запах, который он источает, и животное это сразу бы почувствовало. Даже вот собаки, и те это чувствуют, поэтому если человек боится, то она агрессивно себя ведет и нападает, может напасть. Но когда человек не боится, собака сама боится. И также волк был, видимо, удивлен, и ему было интересно увидеть человека. Это что-то необычное, которое он никогда не видел так близко и не изучал его на запах, его фигуру, его запахи, его жизнь. Вот волк в эту ночь ушел из деревни с большими впечатлениями, набрав определенный опыт, жизненный опыт при знакомстве с человеком. А дедушка был добрый, прошел всю войну, войну прошел, в плену был и много пострадал. И очень был добрый человек. Видимо, это тоже сыграло свою роль, что он остался жив и волк на него не набросился. Ну еще, конечно, вот то, что он был с лампой, с керосиновой, что огонек горел. И волк не мог приблизиться к огню, к свету, так как для него это непонятно, это сверхъестественно, что у человека в руках огонь, то, что волки боятся больше всего, так как огонь – это стихия, которая уничтожает все живое. И волки это знают. Поэтому никогда не приближаются на огонь, на костер. Вот такая сегодня история. Пока я шел обратно домой.